В нашем личном рейтинге Оуру-Прету – это не только самый красивый город в Бразилии, а и во всей Латинской Америке. Его не зря внесли в список наследия ЮНЕСКО. Представьте себе старинный городок, который прекрасно сохранился, все эти мощёные улочки, симпатичные домики, роскошные церкви, и все это на холмах, с каждого из которых открываются потрясающие виды на остальные части города. Мы провели в Оуру-Прету 2 дня и нагулялись там вдоволь. Немного истории. Город Оуру-Прету был основан во времена бразильской золотой лихорадки. Оуру-Прету переводится как «черное золото». В середине 18 века это был самый большой город Латинской Америки – 80 тысяч жителей. В 10 раз больше, чем в Сан-Паулу. Отсюда были вывезены 800 тонн золота. Сейчас это студенческий город, здесь расположен очень большой университет, где учится молодежь со всей страны. Из 74 тысяч населения 10 тысяч – это студенты. Если соберетесь в Бразилию, то обязательно съездите в Оуру-Прету. Это ночь на автобусе из Рио, но абсолютно стоит того. Если вам понравилось, ставьте лайки, расшаривайте и подписывайтесь на наш канал и блог.